привет, мои хорошие. Мы вышли погулять с семьей. Такая погода хорошая. Я одела курточку, но очень жарко. Тут, посмотрите, я хочу показать вам это. Тут цитроны, это кажется. Непонятно, что такие растения. Цитрусы, и никто их не кушает. Посмотрите, как красиво. Растут в парке. Ну так вот, я сделала такую косичку. Смотрите, какая косичка. Две косички, волосы выросли. Челку надо постричь. Короче говоря, мои хорошие, мы пошли гулять. Покажу вам всю прелесть нашего Мерсина и прекрасную погоду. Ну а вот деревья, посмотрите. И никто их не срывает. Посмотрите, видите вдоль. Непонятно, что это. Но мне кажется, что это цитрусы. Цитроны. На мандарины не похожи. Если бы мандарины были, их бы уже здесь не было. Знаете, что это такое за цитрус, как называется? По-моему, это цитроны. Вот надо как-то порвать. И посмотрите вдоль. И не только в одном месте. Везде. Так, вот здесь ходят мужчины. Интересный, экзотический вариант. Так что вот мы пошли гулять. А ну повтори еще. Текрар. Текрар диорум. Нет, текрар. Что ты говорил по-русски? Скажи, да? По-русски. Сажи по-русски. Моя хорошая, сказал ты? А? Скажи. Скажи, тоби, скажи. Скажи, говорю. Скажи, говорю. По-русски. По-русски. Моя хорошая. Моя хорошая, моя принцесса. Вот так вот. Молодец. Гель, ордеклера бак. Bizim belediyenin ордеклера. Üzerinde yazıyor belediyenin ордеклера. Уточек увидели. А, жардону да gördün mü? О да bizim жардон. Крысы, крысы. Onu biz besliyoruz. Крысы там. Что хотела я вам показать. Вот там на противоположном берегу. Вот. Сколько крыс огромных. Я в шоке. Я их нигде не видела. Вот сколько сейчас увидела. Представляете, вот возле этой речки на ручке. Сюда и страшно ходить. В принципе, сюда и никто и не ходит из людей. Такие вот уточки плавают и... Потому что они хотят их скушать, поэтому охотятся. Смотрите, какая прекрасная погода. Наш Мерсин 16.09. Парк такой. Людей очень много. Так спокойно. Такие красивые вот растения, скамеечки, и люди сидят под ними, пальмы. Зима пришла в Мерсин. Все вышли на набережную в воскресенье. Мои хорошие, вот наш Мерсин. Погода чудесная. Начало 5-го. Посмотрите, какая красота. Это вот напротив моего дома набережная. Я очень обожаю ее. Она такая самая бурная. Здесь вот и есть кафешки в нашей стороне. Вечером можно сходить, попить пивка. Что хотите, можно выпить. И раки, и виски, все, что есть. Можете, что желает, что душе угодно, то можете и выпить. Там дальше есть тоже такой вариант, кафе на, вдоль набережной. Ну, вот здесь, это как раз вот идет Керим Афшар парки. Афшар, наш парк, и вот вдоль этой набережной кафешки.
Летом здесь вообще круто, потому что вот здесь вот мы садимся, море сейчас подошло очень близко, а так море уходит, и мы садимся, значит, здесь с мужем иногда на берегу, берем пивка, чипсы, там орешки, и вот так вот проводим романтичные вечера, жарко. Вообще очень классно здесь. 22 градуса. Написано 22 градуса. Мой Ашкым с племянницей. Хорошая у него племянница. Это дочка старшей сестры. Сестра его закрытая. Она такая вся в своем мире. С нами не общается так. Только когда видит, здрасте, до свидания, и все. Дочка тянется к нам. Ко мне потянулась. Ей со мной хорошо. Вот я ее сегодня завтраком таким накормила. Блины сделала русские. И она поела. А мой муж говорит, нет, нет, говорит, я же попробовал их давно. Ну вот я сегодня нажарила на завтрак блинов, наелась от души. Ну что, мы пошли погуляем дальше. Вот наша набережная, мои хорошие. Все люди вышли на набережную погулять. Мерсин. Кто чем занимается, кто на велосипедах катается, кто занимается на тренажерах. Пенсионеры сидят на лавочке. Некоторые Ашкым вообще потерял меня. Ой, как жарко, мои хорошие, даже хочу раздеться. Представляете, как классно здесь, так тепло. Вот, вот так вот я иду. Так жарко. Мои хорошие. Мерси, мерси, мерси. Смотрите, какое солнышко. Сегодня сделала такую прическу. Хвостики. Хвостики, мостики. Не знаю, видите ли вы, нет. Вот такую сделала прическу. Кто устроил пикник? Видите? Сидят на лужайке. Кто за столиками? Район Мезитли. Рыбакызы. Молодежь вот так вот сидит, видите? А там невеста с женихом. Как всегда на площадке много деток. Продают и семечки, и кукурузу, все, что хотите. Ой, сидим мы, короче, на берегу моря, мои хорошие. Ашкин, ты мне как сказала, моя принцесса? Моя принцесса. Красиво, скажи, красиво. Красиво. Красиво нет. Красиво нет. Как он повторяется, друзья мои. Скоро он научится русскому, мне кажется, по-русски. Человек по-русски говорит, ты так же сидишь. В общем, вы бы не поверите, я сколько дней не выходила из моря. Как на зумбу пошла, с моря, говорю, со двора. Как пошла на зумбу, и все, со среды я никуда не выходила. Представляете, ну так нельзя. У меня было очень много работы по бизнесу. У нас сейчас такая программа входит, запускается. И поэтому все мое время я уделяла бизнесу. Ну, естественно, и дома перестановкой занималась, ковры стелила. Короче, дома не заканчивается дело. Мужу готовить надо самое свежее, вы знаете. Хорошо, что он хотя бы два раза в день кушает, а не больше. Так что вот так вот. Сели отдохнуть, потом пойдем дальше. Время 5, а уже начинает темнеть.
И немножко так похолодало. Немножко мне пришлось одеть курточку. Сейчас иду и смотрю на дома. Почему они закрыли пленкой синей. И в этом доме, и в этом, оказывается, они делают ремонт. Представляете? Ремонтируют здание. Красить будет, наверное, и там дом. Молодцы турки. И в каждом доме тукиралык, то есть аренда здания, то сатылык. Вот, посмотрите, написано. В каждом доме. Очень много квартир продается. Такой вот дом. Находится прямо напротив набережной. В каждом доме. Вот там вот видите желтое, вот красное-желтое объявление. Это значит или продается квартира. Даже в этом доме две квартиры вижу сейчас. На как, ну, повыше чуть-чуть этажа. В общем, находится возле набережной вот такой ресторан «Орхиде». Это появились велосипедисты на тропинке велосипедной. Буквально прошли 100 метров, наверное. И снова сатылык. Продается дом. Цены я не знаю, мне никто не скажет, но здесь дешево не будет, потому что здесь такой центр Мезитли. Хороший район. Напротив моря это ценится. Видите, здесь парк такой. С тренажерами же занимаются. Так что дешево не будет. Ну, если в нашем доме можно купить за 250 тысяч лир. Вы сами смотрите курс, значит, 1 доллара 57 лир. И посчитайте, где-то будет, может, 50-60 тысяч. Если я не ошибаюсь. Вообще, надо, вы сами посчитайте. Да в гугле наберите, сразу вам ответят, сколько лир, сколько долларов. Мои хорошие, посмотрите, вот еще один момент. Хочу показать вам, продается квартира. Сейчас я вам все сделаю обзор. В каком доме немного этажей? Раз, два, три, четыре, пять, шестиэтажный. Находится она в начале нашего парка. Вот напротив вот такой вид красивый. Прям море рядом. Здесь вот такой небольшой стадион или арена какая-то непонятная. И вот дальше идет мостик. И мы переходим в наш парк Авшар. Прямо возле нас. В общем, посмотрите, как красиво. Вот продается, в общем, что я могу сказать. Очень много квартир продается в Мерсине. Можно их приобрести с помощью маклера. Вот просто если вас интересуют цены, зайдите на сайт sahibinden.com, присмотритесь, но обязательно нужно приехать вам и самим посмотреть вот каждую квартиру, потому что никто не гарантирует вам, что находится внутри. Цены и так далее, но можно все, естественно, договориться не по интернету. Вот такое красивое место. Но это не новостройка, а старый дом. Я вижу, что здесь газ проведен, потому что вот у многих вот на втором этаже я вижу, видите, такой вот бойнер, кажется, байнер или бойнер. Мои хорошие, посмотрите, какие цветов я нарвала. Не выдержало мое сердце. Чтобы не сорвать, поставлю их в вазу, пускай хоть порадует меня. Кстати, и мужу сказала, ты забыл, что я женщина, что я люблю цветы. Ему аж стыдно стало. Он действительно забыл. Ну, исправился, сказал. Мы возвращаемся. Так вечером занимаются здесь на тренажерах. Она возле моря сидят. Просто сидят. Просто сидят. Видите, там жизнь, я же вам говорила. Ресторанчики наши. Наша набережная. Хорошо погуляли. Светится. Ну, в общем,
наверное, буду заканчивать это видео. Хотела показать вам сегодня воскресный день, как мы гуляем, как мы время проводим. Поделиться с вами теплом, солнышком, хорошей погодой, настроением. И такими цветочками. Пока-пока. С вами была Светлана.